Ежегодно 19 января верующие отмечают праздник Крещения Господня, самый древний праздник христианской церкви. Традиционно в этот день все желающие окунаются в специально оборудованные водоемы. 19 января в селе Натербово прошло подобное мероприятие. Испытать волю, очиститься, укрепить здоровье здесь собрались жители села, даже самые маленькие. Святое Богоявление связано с множеством таинств и обрядов, главным из которых является купание в освященных водоемах. Считается, что человек, омытый в такой воде, очищается от грехов и обретает здоровый дух на весь год. Крещающийся Тебе, Господи, чистоимися поклонение, родители во благословите, слушай Тебе, возлюбленного Тя Сына именую, и в двух виде голубине, известно ваше мудрость и утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. О, Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Трое чистое явись поклонение. Возлюбленного Тя Сына именуя, иду в виде голубине. Данное мероприятие было организовано администрацией Натербовского сельского поселения. Все желающие могли отведать холодные закуски и только что приготовленную еду. Также усилиями работников Натербовского дома культуры была организована концертная программа. В целом праздник удался на славу.